Субботник – это не только уборка улиц и дворов после долгой зимы. Облагораживание территорий поселений включает в себя обустройство новых цветников, парковых зон, посадку зеленых насаждений. Местное отделение партии «Единая Россия» вышло с инициативой высадить на Олимпийской аллее еще 20 лип, тем самым продолжив начатое в преддверии Сочинской Олимпиады «Большое дело». В эти апрельские дни призыв губернатора Андрея Воробьева услышали во всех районах Подмосковья. Грабли и метлы взяли в руки не только работники ЖКХ, но и сотрудники различных предприятий и учреждений. Я уверен, что и местные жители, они также возьмут это за пример и выйдут для того, чтобы привести в порядок свои территории. Подать хороший пример жителям нашего города решили единороссы, высадившись десантом на Олимпийской аллее с двумя десятками саженцев липы и необходимым инвентарем. Во главе команды Сергей Кошман. В трудовом порыве глава посадил 3 саженца. Сегодня в рамках акции «Посади дерево» мы продлеваем вот эту вот зеленую зону насаждений на нашей Олимпийской аллее, которая проходит рядом с Дворцом спорта. И думаю, что здорово, что через какое-то время здесь вот из этих небольших еще пока деревьев появятся красивые, крепкие липы, которые будут украшать наш город. Участница субботника Ольга Кузнецова с хорошим настроением принялась за работу, представляя, какой в будущем будет эта улица. Когда-нибудь проходили липовую аллею, когда она цветет? По-моему, самый замечательный, самый прекрасный запах, который вдыхаешь, и уходить оттуда не хочется. Посадить дерево несложно. Лопата, ведро воды да саженец с хорошими корнями. И уже совсем скоро молодые липы будут радовать взгляды горожан. Татьяна Брылова, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.